Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Отопительный сезон под особым контролем. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как дают тепло в школы, детсады и жилые дома. Около 1000 малышей отправятся в детские сады. В городе в очередной раз распределили места в дошкольные учреждения. Сохранить наследие прошлого. В Самаре стартуют теоретические занятия в школе волонтеров наследия. Батареи теплеют не только в объектах социальной сферы, но и в многоквартирных домах. Так, на данный момент к отоплению подключено больше половины жилых зданий Самары. В этом году отопительный сезон по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова начали в беспрецедентно ранние сроки – с 19 сентября. Ход отопительного сезона на контроле главы города Елены Лапушкиной. О том, как происходит процесс подачи тепла, расскажут наши корреспонденты. Социальные объекты обеспечены теплом почти на 100%, учреждения опеки и попечительства в полном объеме, школы на 99%, детские сады на 98%. Чтобы лично убедиться, что комфорту и безопасности детей ничего не препятствует, глава города Елена Лапушкина посетила образовательное учреждение в Железнодорожном районе. По словам руководителей, тепло дали с первого дня, как объявили начало отопительного сезона. Городские власти проверили и несколько адресов жилищного фонда, где возникали точечные проблемы в некоторых квартирах, когда в отдельных комнатах батареи не прогревались. Стали частично включать, и вот вчера прям, знаете, такое счастье и тепло. Особенно рада была подача тепла корги Индиас, которая живет в доме на Пензенской, 58. Как рассказывает хозяин собаки Сава Давыдов, четвероногий друг не находил себе места в квартире и приходил к нему греться, но теперь у них все хорошо. Спасибо ему, конечно, что теперь не мерзнем, а живем в полной, хорошей, теплой жизни. Отопление в жилищном фонде начали включать параллельно. Батареи уже теплые в каждом втором доме. Регулярно сотрудники профильного департамента мониторят процесс подключения. О проведенной работе доложили на оперативном штабе под руководством Елены Лапушкиной. Ход отопительного сезона находится на контроле главы города. Ежедневно к теплоснабжению подключают примерно 1500 зданий. Я сегодня сама объезжала железнодорожный район. Я видела, что и управляющая компания работает, и район включен. Я вижу, что и руководители учреждений тоже. По социальной сфере, по школам, по детским садам отопление практически 100% включено. Стоит отметить, что подключение домов к отоплению зависит не только от ресурсоснабжающих организаций, но и от управляющих компаний. Они должны подготовить коммуникации зданий для подачи тепла. Все обращения граждан отрабатываются онлайн, и в ближайшее время заработает горячая линия по отопительному сезону. Светлана Кудрявцева, мэрия Елчан, Николай Епифанов. События. На контроле каждый район Самары. Как подается отопление в многоквартирные дома, регулярно следят городские власти. Оценить обстановку в Куйбышевском районе приехал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Здесь на сегодня нет проблемы. Все объекты социальной сферы уже получают тепло. По домам процент составляет 91%. Всего по городу отапливается 75% домов. Мы по районам делаем специальные объезды для того, чтобы понимание здесь управляющей компании и районной власти, для того, чтобы уже точно определить, если это зависит от теплоисточников или, скажем, от сетей, то на месте принять решение для того, чтобы были в полном объеме выполнения задачи губернатора по кратчайшему впуску тепла в жилые дома. В Самаре чествовали машиностроителей, инженеров, конструкторов, руководителей предприятий и рядовых сотрудников отрасли. С профессиональным праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. Машиностроение играет ключевую роль в структуре промышленного комплекса региона. Отрасль составляет 35% промышленного производства Самарской области. В ней занято более 120 тысяч человек. Это 13% трудоспособного населения губернии. Минувший год из-за пандемии для машиностроения выдался непростым. Пришлось перестраивать производственный процесс. Но все испытания машиностроители перенесли достойно, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Нам с вами удалось преодолеть последствия кризиса экономического, связанного с пандемией, мы вышли уже на доковидный уровень. Хочу вам сказать, что по итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 107,1%. Это превышает показатели 2019 года. А объем инвестиций, который мы зафиксировали по итогам первого полугодия, составил 132,7% в отношении показателей прошлого года. Все это во многом благодаря славным трудовым коллективам наших машиностроителей, мудрому руководству,
эффективным управленческим командам и, конечно же, талантливым, работоспособным, ответственным людям. Машиностроительный комплекс объединяет порядка 148 крупных и средних компаний. Это 31% от общего числа предприятий, обрабатывающих производств в Самарской области. За 7 месяцев 2021 года предприятия отрасли отгрузили продукции на 393,5 миллиарда рублей. Этот праздник традиционно объединяет миллионы тружеников машиностроительного комплекса, которые создают уникальные машины и оборудование, внедряют инновационные технологии, реализуют важные инвестиционные проекты, осваивают выпуск самой современной и востребованной продукции. От имени Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России поздравляю вас с профессиональным праздником Союза машиностроителей. Желаю прежде всего успехов, здоровья и счастья вам и вашим семьям, достатка и удовлетворения тем делом, которым вы занимаетесь. У ПАО ДК «Кузнецов» темп роста отгруженных товаров за 7 месяцев составил 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из главных задач предприятия – продолжить ритмичный выпуск двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Особое место в отрасли занимает и АвтоВАЗ, производящий легковые автомобили и компоненты к ним. Объем отгруженной продукции предприятия по итогам 7 месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил 170,5 миллиардов рублей. Развитию промышленных предприятий Самарской области способствует реализация мер государственной поддержки. В 2020 году машиностроители региона получили субсидии на общую сумму более 2 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. Ряд предприятий Самарского региона, включенные в перечень системообразующих, получили льготные займы на общую сумму более 4,5 миллиардов рублей. Виктория Шарая, события. Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики принимает поздравления. Ведущему вузу региона исполнилось 65 лет. В праздничную дату преподавательский состав получает награды. Звучат поздравления от коллег и выпускников. Мария Левина побывала на торжестве. Станислав Макаревич – один из первых выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. В 1957 году он стал студентом вуза, который тогда пользовался огромной популярностью и стоял в одном ряду с ведущими столичными университетами. Ну и после окончания учебы Станислав с родным вузом не расстался, проработал преподавателем больше 30 лет. Поступать было тяжело. Конкурс был огромный, потому что я поступал во втором наборе. И вот в первом наборе там было половину примерно медалистов золотых. Я поступал, у меня в группе абитуриентов было 32 человека. Поступили двое. ГУТИ и сегодня занимает лидирующие позиции в стране. Вузу удалось отстоять самостоятельность, и сейчас он находится на попечении Федерального министерства цифрового развития. Одну из задач вижу в том, чтобы максимально синхронизировать работу вуза с основными участниками цифрового рынка, с тем, чтобы заранее готовить выпускников к будущей работе. Нам необходимо обеспечить максимально высокую востребованность в профессиональной среде выпускников КУТИ, сделав так, чтобы многие участники цифрового рынка, IT-компании, структур, работающие в сфере связи, заранее определяли своих будущих работников. Если бы не все вместе, ну, было бы плохо. Сейчас у нас хорошо, мы достойный вуз в достойном семействе, учредители Министерства цифрового развития. Нам там хорошо, нас там любят, уважают. Поэтому мы будем работать на благо Самарской области, мы будем работать на благо всей России. Мы будем готовить классных специалистов. В свой юбилей сотрудники университета получили награды за работу. Преподавателей поздравили коллеги, выпускники, студенты и почетные гости. Мария Левина, Василий Колдашов. События. В Самаре прошло распределение мест в детские сады. В автоматизированном режиме сотрудники департамента образования обработали заявления от родителей и направили списки в дошкольные учреждения. За 10 минут места получили почти 1000 детей. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Для того, чтобы определить ребенка в детский сад, родителям не нужно стоять в живых очередях. С 2016 года распределение мест в дошкольные учреждения происходит в электронном формате. Эта процедура проходит каждый месяц в течение всего года, поскольку создаются новые места, либо дети переходят в другие сады. Распределение мест производится в соответствии с электронным реестром, который формируется
автоматически родители подают заявление на госуслуги, подтверждают, приносят оригинал документов МФЦ, формируется реестр, в соответствии с которым места и предоставляются. Сам процесс распределения состоит из формирования списков детей, обработки и отправки готовых направлений в детские сады. В минуту электронный реестр обрабатывает 100 кандидатов. Очередность формируется, исходя из даты регистрации ребенка в реестре, полного количества лет и наличия права на внеочередное получение места. Здесь совершенно исключена любая коррупционная составляющая. Распределение детей происходит в автоматизированной системе. Ни мы, члены комиссии, до последнего момента не видим пофамильно с персональными данными детей, которые попадут распределяться в детские сады. В этом месяце из 10 787 детей 987 получили свое место в детском саду. Из них более 200 ясельного возраста. Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Цена нефти Brent достигла 3-летнего максимума. С чем это связано? На рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США. Но сначала о затратах на новую систему мониторинга, которая будет анализировать сочинения школьников. В России разработают систему мониторинга, которая будет анализировать школьные сочинения и выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению. На это в бюджете заложили 1 миллиард 700 миллионов рублей на 3 года. Все расходы на создание ПО включены в федеральный проект «Социальная активность». В основе системы может быть нейросеть, обученная на большом количестве различных текстов, которые написали люди с психическими отклонениями. Размер мат-капитала на первого ребенка в 2024 году составит 544 301 рубль, на второго – 719 274 рубля, если не получали на первого. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Размер мат-капитала проиндексируют в рамках федерального бюджета. По словам Голиковой, на материнский капитал в рамках трехлетнего бюджета направят 1 триллион 600 миллиардов рублей. В России могут ввести выплату больничных и декретных для самозанятых граждан. Такую возможность изучает Минэкономразвитие. Сейчас самозанятые граждане таких выплат получать не могут, поскольку отчислений ФСС не делают. Изначально режим самозанятости появился в России как пилотный проект. А в июле прошлого года все регионы смогли вводить его на своей территории. Самозанятые обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями. По данным на конец марта, в стране числится 2 миллиона самозанятых. В России необходимо готовиться к постепенному сокращению использования нефти, газа и угля и адаптироваться к альтернативным видам топлива. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Сводный план шагов по адаптации российской экономики должен быть разработан до конца этого года. Мишустин отметил, что буквально через 10-15 лет Россия наверняка уже будет иметь совсем другую структуру мировой экономики. Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла до 70,5 долларов за баррель. Это максимум с октября 2018 года. Также дорожает нефть WTI. На рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США. Также трейдеры наблюдают за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и с дефицитом поставок природного газа, в частности, в Европе. Стоимость барреля нефти сейчас 77 долларов и 20 центов. Доллар 72 рубля и 72 копейки, а евро 85 рублей и 20 копеек. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарском регионе зафиксировали 556 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе – 101 727 человек. В Самарской области продолжается вакцинация как от коронавируса, так и от гриппа. В какой последовательности нужно делать прививки – в нашем сюжете. Жительница Самары Наталья Козадерова от коронавируса привилась еще в мае. Рассказывает, вся семья тогда последовала ее примеру. Сегодня пришла в поликлинику, чтобы сделать вакцину от гриппа. Ну, это забота, во-первых, о своем здоровье и забота о здоровье своих близких. Сергей Трофимов уверен, вакцинация помогает. Он уже сделал прививку от коронавируса. Спустя месяц пришел, чтобы обезопасить себя от гриппа. Говорит, прививается ежегодно и не болеет. После инфаркта, ну, был в кардиологии кардиолог сказал,
Я гриппом летом переболел уже, вот прям буквально. Она говорит, лучше сделать прививку. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и от гриппа. В первую очередь прививают тех, кто в группе риска. Людей старше 65 и болеющих хроническими заболеваниями. Я сам работал в красной зоне больницы Середавина очень долгое время в прошлом году. И последствия встречи с коронавирусом очень печальны. Наука дала нам этот уникальный шанс, по сути дела, подготовить человека к встрече с коронавирусом. То есть подготовить и шанс выжить. А любой шанс выжить, он уникален и бесценен. Сделать прививку можно как в поликлинике по месту регистрации, так и в круглосуточных кабинетах, которые работают в 4 больницах города, а также в мобильных прививочных пунктах, которые по выходным дежурят возле крупных торговых центров. Виктория Шарая, события. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В этом году принять в ней участие можно самостоятельно на сайте госуслуг, а также в 3 пунктах МФЦ. Сохранится и традиционная форма, когда переписчики ходят по домам. Они занесут все данные в базу. Узнать переписчиков можно по специальной экипировке. Кроме того, они должны предоставить удостоверение вместе с паспортом. Любой совершеннолетний житель Самары, не имеющий судимости, может пополнить ряды переписчиков. Подать заявку можно в районные Росстат до 1 октября. При выборе кандидатов предпочтение отдадут тем, кто вакцинировался против COVID-19 или уже переболел коронавирусом. С переписчиками полевого уровня у нас еще есть время, то есть как бы до 14 мы еще можем. Мы сейчас очень плотно работаем с вузами. Они нам предоставляют списки, мы обзваниваем студентов и отправляем их в штабы Всероссийской переписи населения. В Самаре открылась школа волонтеров наследия. Добровольцы пройдут теоретическую часть и примут участие в реставрационных работах. В ближайших планах реконструкция дома купца Маштакова. Подробности в сюжете. Они делают город привлекательнее и сохраняют память. В Самаре уже 3-й год работает школа волонтеров наследия, где всем желающим преподают основы реставрационных работ. После этого слушатели участвуют в реконструкции архитектурных памятников. В этом году после конкурса выбрали 115 добровольцев. Для них уже в эти выходные начнутся теоретические занятия. Что это дает ребятам? Ну, во-первых, это обучение. То есть они эти навыки уже забирают и отрабатывают. Поехать они могут, пожалуйста. Можно поехать волонтерить в любую точку страны. У нас здесь, в Самаре, пожалуйста, везде, где будут идти реставрационные работы, вы можете прийти. Четверть слушателей, те, у кого уже есть опыт, отправятся на практические занятия. В ближайших планах реконструкция одного из символов старой Самары – дома купца Маштакова. Это памятник деревянного зодчества. Волонтеры также приложат руку к восстановлению фабрики кухни и дома мещанки Сафоновой. А в следующем году помогут и при реставрации Докакирова. У нас в ближайшее время начинается работа по дому Маштакова. Это очень знаковый и знаменитый дом на улице Самарской, 207, который сохранился. По-разному было, разная история этого здания. И снести, и сжечь, и вот чего только не было. Но сейчас с уверенностью можно сказать, что этот объект будет восстановлен. И дальше там будет находиться уже музейное пространство. Занятия для волонтеров наследия будут проходить по выходным. Все слушатели получат сертификаты и шанс поехать на восстановительные работы в другие города России. Мария Елеевна, Николай Сидоров, события. Самарские путешественники, отправившиеся в путь поездом или самолетом, могли на вокзалах узнать, какие долги по коммуналке у них есть. В залах ожидания работали мобильные пункты обслуживания клиентов предприятия «Самарские коммунальные системы». Эта услуга стала возможна благодаря акции «Путешествуй без долгов». Как это происходит, подробнее на месте разбирался наш корреспондент. Самарская путешественница Надежда регулярно пользуется поездом. И сегодня впервые перед отъездом смогла прямо на вокзале в зале ожидания узнать о своей коммунальной дисциплине. Самарские коммунальные системы провели акцию «Путешествуй без долгов». Конечно, когда ко мне кто-то хочет ближе, всегда лучше, а тем более коммунальные услуги. Я знала, что у меня все в порядке, но у меня есть время до поезда, и мне просто интересно, я впервые вижу вот такое вот обращение. Поэтому я прошла, у меня все в порядке, у меня нет долгов. На проверку задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения уходит около 10 минут, рассказала консультант Елена Исакина. При желании можно на месте долг и закрыть. А чтобы в будущем он не накапливался, специалист поможет установить на телефоне мобильное приложение. И оплата будет производиться автоматически.
Мы проверяем состояние лицевого счета, как происходит начисление, как по нормативу или по прибору учета. Проверяем, сколько человек зарегистрировано в лицевом счете, на кого оформлен лицевой счет. Ну и если есть задолженность или нет, мы это тоже озвучиваем своим клиентам. Для получения данных о долгах за воду и канализацию нужно всего лишь назвать адрес или номер лицевого счета. Такая же система действует не только в мобильных пунктах, но и в стационарных. В городе работает 3 офиса. Их адреса и время работы можно узнать на сайте СКС. Мы здесь будем пока только сегодня. И вообще у нас первый раз такая акция. А до этого мы были в торговых центрах, в соцзащите, в иных каких-то организациях, где предлагали такие услуги. Они, конечно, нацелены на занятых людей, которым трудно найти свободную минутку для того, чтобы обратиться. Ну и также мы обращаем наших клиентов внимание все-таки на то, что задолженность не нужно накапливать, с ней нужно вовремя расставаться, для того, чтобы впоследствии не иметь каких-то проблем с судебными приставами в том числе. Кроме железнодорожного вокзала, мобильный центр обслуживания клиентов СКС работал и в аэропорту Курумыч. У коммунальщиков есть примета – отправляться в путешествие надо без долгов, тогда и поездка будет удачной. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Евреи по всему миру продолжают отмечать один из главных праздников – правило Суккот или праздник кущей – жить в особом шалаше в течение 7 дней. Это отсылает к библейским событиям и одновременно учит смирению и правильной расстановке приоритетов, напоминая о том, что духовное важнее материального. Подробнее расскажет Мария Левина. Больше 3000 лет назад, когда евреи странствовали по пустыне после выхода из Египта от песочных бурь и дождя, они укрывались с помощью небольших веток, делали шалаши. К этим событиям восходит традиция праздновать Суккот, или, как его называют в России, праздник кущей. В этом году он отмечается целую неделю, начиная с 20 сентября. В это время все евреи обязуются есть на свежем воздухе в так называемом шалаше – суке. Многие отказываются от электрических приборов. Это время евреи проводят в единении со своими близкими. Вот эта память о рабстве для того, чтобы оценить свободу, это вот, мне лично кажется, это потрясающим праздником. Я здесь вижу очень серьезную аналогию с еженедельным праздником Шаббат. И опять там история идет о том, что помните, что рабами были вы в Египте, и помните, что 6 дней работай, 7-й день отдыхай, и дай субботу и отдых себе, семье своей, сыну своему, дочери своей, валу твоему, ослу твоему и рабу твоему. Еженедельное напоминание о рабстве, еженедельное напоминание о том, что вырождены свободными должны жить свободными. Суккот – это праздник единства. Целую неделю все представители еврейского общества, несмотря на социальное положение и возраст, проводят время вместе и благодарят Бога за все. Радости и веселью в Суккот уделяется особое внимание в Торе, почитаемой евреями части Библии. Еще одна традиция праздника – вознесение лулава, которая также символизирует единство. Составляется букет из 4 различных по характеристикам растений. Каждая из них символизирует тот или иной типаж человека и показывает, что люди разные, но сильны, когда вместе. Каждый имеет свои особенности. У кого там есть все, и это, у кого там нет ничего, у кого там есть или это. Мы говорим, мы должны быть все вместе. Мы должны объединяться и понимать, что неважно кто и что, мы всегда дополняем друг друга. Каждый человек уникальный, каждый человек необходимый. Каждый человек может что-то делать, которое другой не может делать. И мы приходим в этот праздник и говорим, что мы должны все уметь любить друг друга, объединяться и дополнять друг друга. И вместе мы очень сильны. На 7-й день Суккота Хашана Раба принято обходить синагогу 7 раз, а на следующий день в Шмини Ацерет проходит кульминация праздника. Тогда евреи зажигают свечи и выходят из шалашей. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных!